Приветствую вас, дорогие друзья! Приветствую гости моего канала. С вами Вика Ана. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Сейчас я вам покажу очередной мой расклад «Любовный треугольник». Два я уже показывала таких расклада, но они, конечно, отличаются друг от друга. Это тоже будет оригинальный. Этот будет расклад из двух частей. Из двух блоков, как я их называю. Основную пару рассмотрим и третьего лишнего. Кто оказался лишним? Если мы рассматриваем, у нас, как правило, женщина лишняя бывает. Это очень часто. Хотя бывает и четырехугольник, бывает мужчина лишний. Но давайте посмотрим все-таки на женщину, как на третью лишнюю. И вот основная пара – это мужчина и женщина, которые затеяли этот любовный треугольник. Вы сейчас поймете, из каких блоков будет состоять этот расклад. Кто хочет проиграть этот расклад на своей ситуации, пожалуйста, присоединяйтесь. Может быть, что-то вам это напомнит. Роль женщины в этих отношениях. Роль мужчины в этих отношениях. Что лежит в этой основе этих отношений? Что удерживает партнеров вместе? Как женщина видит будущее этих отношений? Как мужчина видит будущее этих отношений? И к чему сейчас все-таки идут эти отношения, независимо от того, что они планируют? Это первый блок. Итак, я вскрываю карту. Второму блоку, кстати, мы можем понять, вот когда будет еще второй блок, сейчас мы можем понять суть все-таки, почему все-таки это произошло. А может быть, не поймем. Но мысли сейчас посмотрим, что у нас покажет. Итак, роль женщины в этих отношениях, роль мужчины в этих отношениях, что лежит в основе отношений, что удерживает партнеров вместе, как женщина видит будущее своих отношений, как мужчина видит будущее своих отношений и к чему сейчас идут отношения. В принципе, могу забежать вперед, отношения развиваются. Однозначно понятно. Рыцарь кубков несет пару вперед. Это однозначно понятно. Иногда я, бывает, забегаю вперед. Но роль женщины в отношениях. По всей видимости, мужчина все-таки здесь был зачинщик этих отношений, потому что тройка жезлов, женщина пока еще раздумывает. У нее еще есть, кстати, она даже может быть замужем, потому что троечка. Потому что троечка. И поэтому у нее есть еще какие-то обязанности, и она еще на распутье. Мужчина же, честно говоря, хочет уйти из семьи. Однозначно понятно. Это карта семьи. И он хочет, возможно, даже создать новую семью. Это мы сейчас посмотрим далее. Что лежит в основе отношений? В основе отношений лежит одиночество. Одиночество – это достижение. Потому что, по всей видимости, если у нас зачинщик все-таки мужчина, да, и, как правило, ну и женщина тут тоже. По всей видимости, это одиночество обоих партнеров, только каждому по-своему. Этот уже созрел уйти из семьи, а женщина еще как бы на раздумье, потому что, как правило, у женщины остаются дети, есть муж, да. Женщине сложнее выйти из семьи, и поэтому одиночество. Одиночество обоих партнеров, душевное одиночество – это основа этих отношений в основном, что лежит в основе. Что привело их вот друг к другу, да, будем так. Что удерживает партнеров вместе, аркан мира. Скорее всего, это может быть, и на самом деле так и есть. Сходство характеров, это раз. Сходство, может быть, это служебный даже роман. Они могут вместе работать. Мир объединяет людей по очень многим качествам. В том числе и по взглядам, как говорится, в одну сторону. По общим интересам, по общим увлечениям. Даже это могут быть стихи одинаковые, два знака земли, да, либо два знака воды. Все что угодно здесь можем видеть. Но общая идея, общая цель, общее течение отношений однозначно есть. И эта карта высшего аркана, кстати, из всего этого блока я вижу. Она самая главная и самая крепкая, что самое интересное. Четверка мечей. Это у нас пятая карта. Как женщина видит будущее своих отношений? Вот видите, как она здесь видит, так и здесь видит. Она еще раздумывает, потому что ей не так просто уйти. У нее есть проблемы, вопросы и обязанности, да? И она практически пока ничего не видит, что будет впереди. Ей даже страшно представить. По десятке отношений. Как мужчина видит эти отношения? А мужчина их совершенно прекрасно видит. Он оптимистично настроен, и он как бы ничем совершенно не сомневается. По десяточке кубков. Это такая завершающая карта. Уже, наконец-то, приводящий к какому-то итогу. Он видит так, в позитивном ключе, что все будет хорошо. И на самом деле отношения-то развиваются.
А теперь сейчас посмотрим второй блок. И называется третий лишний. Я беру эту колоду, я даже ее перетасовывать не буду, потому что вот как я ее сюда положила, мне так и лежала, потому что это будет продолжение. Третий лишний. Вот эта женщина, от которой уходит мужчина. Ее влияние на основные отношения. Открываем. Я вижу королеву жезлов. Женщина, по всей видимости, очень сильно утомила мужчину. Женщина достаточно властная. Это был напряг от этой женщины очень сильный. По всей видимости, она превысила свои супружеские полномочия. Плюс королева жезлов показывает, что она не доверяла мужчине во многом. Не пускала на свою территорию, в том числе и сексуальную. Возможно, у нее постоянно болела голова, извините меня за выражение. Мужчина, по всей видимости, хотел что-то помягче, но получилось очень жестко с ее стороны. И поэтому мужчина, по всей видимости, хочет все-таки создать семью и выйти с этого горячего, так сказать, островка в своей жизни. Причины появления этих отношений, в принципе, вот как мы видим, это ее влияние на то, что он ушел, да? А все-таки есть еще и причина появления в этих отношениях. Вот я сейчас достаю еще одну карту. Причина. Закрытость в семье. Закрытость, потому что каждый жил своей жизнью. Каждый жил своей жизнью. Закрытость. Говорится о том, что пришла такая пора, что женщина уже не пускала к себе, ну и пришлось и мужчине, как говорится, закрыть свое сердце. Вот она причина в отношениях, появления этой причины. Одиночество. Одиночество мы уже проиграли, мы уже видели эту карту. Закрылся. Закрытие обоих партнеров друг от друга. Точка невозврата наступила. Что эта женщина все-таки получает от этих отношений? Вот что она получает от них? Карта достижений, девятка пентаклей. Да, еще раз, это логично, эта карта логичная, что она здесь появилась. Девятка пентаклей, достижения. Что она получает? Это кармическая. Кармическая карта в данном раскладе, как я понимаю. Она сама этого добилась. Она, как говорится, строила эти отношения вот таким образом, да, как королева жезлов. Постоянно такой напор у нее был, постоянно претензии, постоянно вот это все происходило. И она сама себе вырыла яму, как говорится. Она сама разрушила отношения. Это карта достижения. Она достигла. Она такая самодостаточная. Она такая умная. Она такая крутая. И вот в итоге, вот она. И получила в этих отношениях она карту одиночества фактически. И к чему сейчас вот идут эти отношения? В принципе, для нее, именно для жены. К чему сейчас идут отношения для жены? А вот карта пятерочка кубков. Одиночество, переживание. Скоро эта спесь с нее сойдет. Она, возможно, поймет свои ошибки. Возможно. Но ведут они ее переживания. Возможно, она еще не осознает даже, что она натворила каких дел. Понимаете, не осознает. Вот видите, пятерка кубков валяется в кубке. Но сзади стоят два кубка. И все в ее воле. И она может еще все вернуть. Энергия в отношениях еще осталась. Если она не будет вот такой, то вот эту энергию, два стоящих кубков за спиной, видите, у мужчины, это еще есть шанс что-то вернуть. Если она не будет такой гордыней обладать. Если она не будет обладать такой гордыней. Видите, как получилось? Вот такой расклад, и каждая карта прям вышла на карту. Это логическая, как называю, причинно-следственная связь. И это верно, и это правильно. И так всегда в раскладах, в правильных раскладах так всегда бывает. Если вы обратили внимание, в моих раскладах всегда получается, что у меня нет разногласий в раскладах. У меня нет в них разногласий, потому что если идет одна тема, она уже развивается как правильно, и выпадают логичные карты для данной обстановки, для данной темы. Поэтому, кому нужен такой расклад, я могу его просмотреть. Мои контакты все под видео. Подписывайтесь на мой канал. Заказывайте такие расклады. Пишите. Только не звоните, я могу делать консультацию. Всего доброго. До связи. Вот такой для вас был расклад.